поселке Сумкино спустили на воду новую баржу «Ярсали». Ее грузоподъемность 5000 тонн. Минимум 10 лет без значительных затрат она будет работать в акваториях Сибири. За 2 года это уже вторая баржа, причем ее построили на 2 месяца быстрее, чем первую. Стоит отметить, что судостроение в Сумкино возродили совсем недавно. Для этого пришлось полностью модернизировать производство. Это сборочно-сварочное производство. Вот. Это заготовительное производство, 2-плазменная машина новейшая купленная, новейшее сварочное оборудование. Сейчас установлено и готовится к запуску линия предварительной подготовки стали. Это автоматизированные методы сварки. За межнавигационный период в Сумкино отремонтировали 200 судов и отправили в навигацию. Добавлю, баржа «Ярсали» будет работать на просторах Северного морского пути.